Яна, ну ты можешь мне наконец объяснить, какого хрена мы перлись через весь город по пробкам вот сюда вот? Бусь, короче, я подумала... Ты когда думаешь, это обычно чем-то стрёмным заканчивается. Буся, мы уже с тобой вместе целых 5 айфонов. Что? Ну, в смысле, целых 5 лет. И мы с тобой, так сказать, уже прям семья. Странная логика. Ну ладно. А учитывая, что мы с тобой уже как бы семья, то у нас должна быть такая новогодняя традиция. Пхаться куда попало по пробкам. Классная традиция. Бусь, ну ты знаешь, как я люблю фоткаться? Да блин, кто ж не знает. Все ж видят твой инстаграм. Вот она я проснулась, вот она я покушала, вот она я накрасилась, вот она я сфотографировалась, а вот я фотографирую, как я фотографируюсь. Слушай, Янка, я уже начал закрываться в туалете на 2 щеколды. Боюсь, что ты меня вот это вот там сфотографируешь и запостишь в своем инстаграме с подписью «Это мой Буся, он с рекой». Буся, ты что, с ума сошел? Совсем тю-тю, что ли? Ну какой пост? Максимум сторис. Буся, ой, мы же еще здесь не сфоткались. Давай, улыбайся, Буся. Началось. Блин, лучше бы вакцину от этого селфи-вируса придумали, блин. Я и Буся в фотостудии. Я и Буся. А, так вот что мы сюда приехали. Так а нафига мы аж сюда перлись, что мы дома не могли это сделать? Буся, ну у нас будет семейная фотосессия, ты чего? Семейная фотосессия? Буся, я хочу, чтобы у нас остались воспоминания об этом году. Да, у меня прям был офигенный год. Его хочется запечатлеть на фотопленку. Буся, ну что ты все бу-бу-бу-бу-бу-бу, ну это же модно. Все, что у тебя модно, обычно это полная хрень. А кого это Кендри на фотосет занесло? Ёбися, выглядишь amazing. Яна, это кто? Это фотограф. Я не понял, а что, фотографов-натуралов на земле больше не осталось? А кто это такой симпатяшка? Какая харизма! Какой типаж! Слышь, я тебе сейчас твой типаж на харизму натяну. Такой напористый. В общем, это мой Буся. Привет, Буся. Я Эндрю. Можно просто Дрю. Яна, поехали домой, пока кто-то тут кого-то не вздрючил. Поехали. Ну, Егор, ну ты чего? Ну подожди. Ну, Эндрю, это очень крутой фотограф, понимаешь? Крутой фотограф? Блин, я уже скучаю по этим пляжным фотографам с зенитами и обезьянкой на плече. Бусь, ну пойми, что Эндрю — это реально очень классный фотограф. У него сейчас будет супер-пупер съемка для очень крутого журнала с 50 голыми моделями. Чё, реально? Угу. А они тоже здесь будут? Нет, у тебя есть я. Жаль. Ну, в смысле, я рад. А что, мы тоже будем голыми? Нет, конечно. А мы для какого журнала сниматься будем? Голые и смешные? Нет, пусть у нас будет просто семейная фотосессия. Семейная фотосессия. Времени мало, с чего начнем? Ой, короче, у меня есть такие идеи, смотри. Давай, наверное, начнем в свитерах с оленями. Amazing. Чего? С какими оленями? Ну, свитера. Яна, мне в жизни хватает оленей. На дорогах полно оленей. В кабмине вот это вот, которое карантин принимает, тоже олени. Локдаун ввели, тоже олени. Хорош, слышь? Хорошо, давай по-другому. Смотри, мы на фоне елочки. Значит, я такая в этом платьице, как игрушечка на елочке. А ты рядышком зайчик. Нет. Нет, я сказал, не буду зайчиком. Ну, хотите, можем вас поменять? Как? Она будет зайчиком, а я в ее платье? Нет, Буся будет снеговичком, а Яся будет зайчиком. И зайчик будет грызть морковочку у снеговичка.
Лена, это какое-то фотопорно? Нет, ну это его такое видение, понимаешь? Слушай, мое видение, давай ты засунешь себе поглубже свою морковку и сам себя сфоткаешь. Вот такое у меня видение. Бусечка, не волнуйся ты так, у меня вся морковочка мытая. Блин, я вот понимаю, что он говорит про обычную морковку, но у меня уже мозг неадекватно это воспринимает. Бусь, ты послушай, ну давай вернемся к изначальной идее. Смотри, значит, я в платьице, ты рядышком будешь в зайчике, а вечером я оденусь в костюм Снегурочки. И что ты думаешь, меня это соблазнит? Я обмажу сливками. Сгущенкой. Вареной. Договорились. А ты можешь завести. Так, давай. Давай, что там? Ой, Яся, он у тебя такой олдскульный. Вот ты не представляешь, что он дома делает, во что он одевается, как мы фоткаемся. А здесь вот, видите, стесняется фоткаться. Я знаю, это все из детства. Наверняка его кто-то криво сфотографировал на утреннике, и все, травма на всю жизнь. Пусть ты... Это полная хрень. Какой симпатичный Зая! Тебя вообще никто не спрашивал. Зая, короче, ты прям вообще как зайчик из плейбоя. Вау! Только надо хвостик поправить. Да я этот хвостик еле впихнул туда, блин. Зая, хвостик Зая. А. Так, ну что, приступим? Да. Становитесь к ёлочке. Яся, ты в Лу, а Буся в Пу. Ага. Нет, точно наоборот. Буся в Лу, а Яся в Пу. Слышь, давай я тебя сейчас в Е, и ты всрё. Он имел в виду, что я верхний правый угол, а ты верхний левый угол. Так что так нельзя сказать, что ли? Это же долго. Ну что, давайте работаем. Работаем, так. Слышь, а что он даже в фотоаппарат не смотрит? Ну он же суперпрофессионал. Все хорошо, только Зая какой-то немного зажатый. Зая! Да потому что у Заи морковочка зажалась немножко. Блин, ну будут классные фотки, ты потом еще сможешь это своим внукам показывать. Я если еще 2 минуты в этом костюмчике постою, можно и о детях забыть, да. Зая, ну выдави из себя улыбочку. Я еще как давану, ты задохнешься у меня. Буся, улыбнись. Не буду. Улыбнись. Не буду. Хорошо, тогда я продлеваю еще на час фотостудию, пока ты не улыбнешься. О, другое дело. Другое дело. Отлично, отлично. Все, хорре, я закончил, я пошел переодеваться. Стой, куда? Что? А теперь дай мне больше секса. Что тебе дать? Буся, он имел в виду, что страсть в глазах. Страсть? Давай. Я же тебе говорю, больше секса. Дай мне больше секса. Тебе больше жрать надо, а не секса. Весь истрепанный уже. Ну попробуй, у тебя получится. Выдави из себя секса. Ну выдави секса. Чуть страсти. Отлично. Супер! Все, харе, все, я пошел. Стой, подожди, теперь делайте вид, что вы целуетесь. Угу. Вы целуетесь, как будто вы целуетесь, да? Только ты типа и целуешь Ясечку, а смотришь на меня. Губки на Ясечку, глазки на меня. Губки на Ясечку, глазки на меня. Больше, отлично. Да еще больше. Да фоткай уже, у меня сейчас челюсть заклинит, блин. Все, харе. Отлично, не волнуйся, Зай, если что не так, я тебя потом отфотошоплю. Что ты со мной сделаешь? Буся, господи, он потом исправит фотку на компьютере. Так и говори на компьютере. Давай, зайка. У нас еще остался один образ. Какой еще образ? Петух? Овца? Волк? Нет. Кто? Нет. Бык. Кто бык? Слышишь ты? Бычок с рогами. Чего это? Буся, короче, следующий год, это же год быка. И мы так чуть подумали, что, короче, ты типа бык, а я твоя тёлочка. Так а нахрена костюм одевать? И так понятно, что ты моя тёлка. Ну, пожалуйста. А он типа что, снимать будет, как я тебя осеменяю? Буся, пожалуйста, иди прямо.
А у тебя бычок с Норовым. Ясечка, я совсем забыл. Ты же хотела его еще в один костюмчик нарядить елочкой. Слушай, давай без этого. Ладно. Ну реально он нервный. А то еще возьмет все твои шарики разобьет. Слышь, Ян, какой ты говоришь там год следующий? Быка! Тогда вот это шо? А? Шо вот это такое? Что это такое, а? Бусь, короче. Ну, просто на прокат не было костюма быка, была такая корова. И, короче, мы с Эндрю подумали, что типа ты корова, а я тебе буду доить. Это вы с Эндрю придумали, да? А мне кажется, ты это сама придумала, как только со мной познакомилась. Бусь, короче, ты стоишь вот, а я тебе, короче, за сосочки дергаю. Ну, ты так у меня первый айфон выдурила. Ну что, сделаем пару снимочков, может быть, да? Да как, не, я не буду дует. В этом всем сниматься. Да алло. Ладно, немножечко, один снимочек, как она тебя доит, и все. Слышишь, я бандосам должен полляма долларов. Если они узнают, что меня можно доить, все, мне кобздос, я раздеваюсь. Ну это же фан, это же прикольно. Ну хорошо, давай я тебя типа прикрою, и ты будешь типа а-ля бык, окей? О, отлично, давай. Отлично. Буся, твое вымя упирается мне в спину. Это не вымя. Это бычок пришел с 21-го года. Пошли встречать Новый год. Ты чего это? Пошли, ты ж моя тёлочка. Ну что ты стоишь, козлина? Проедь чуть-чуть вперед. Что? Ты кого оленем назвал? Буся, ну что ты нервничаешь? Ну успокойся. Да какого хрена он меня оленем назвал? Я что, похож на оленя? Буся, ну если честно... Что? Блин, это твои эти дурацкие рожки. Блин. Ну что ты нервничаешь? Ты весь сюрприз испортишь. Мы не доедем до этого сюрприза. Смотри, сколько машин тут вокруг. А мы уже это сделали? Вот это и есть сюрприз! Мы будем встречать Новый год в автопробке? Зайчик, это не автопробка, это называется автоёлка! Яна, это пробка, где стоит ёлка, вот и всё! Ну, зайка, ну сейчас в связи с этим карантином, господи, всё закрыто, рестораны закрыты, клубы закрыты, такой скучняк, а тут хотя бы люди есть! Так они же в машинах! Но это же не опасно, понимаешь? Это опасно! У меня сейчас здесь будет нервный срыв! Фу. Блин, лучше бы на автомойку поехали. Только как мы отсюда выйдем? Тут же смотри, сколько оленей. Как они разъедутся все? Это будет самое массовое ДТП в 21-м году. Смотри, они еще ребенка с собой взяли. Ой, Сашка, мне до сих пор не верится, что ты так быстро согласился поехать на эту автоёлку. Ну чё, это ж круто, и концерт посмотреть, и Новый год встретить. Ну, просто ты все предыдущие Новые года лицом в салате встречал. Не, ну, должно же быть разнообразие хоть какое-то, правильно? Да, но мне всё равно вот не верится. Ну да. Ма, Лёшка, вам там видно? Лёша, а где... Мама, где бабушка, а? Может, на светофоре вышла? Ну, я в последний раз ее видел возле подъезда, когда папа очень резко нажал на газ. Что? Ну... Так вот почему ты так быстро согласился ехать на эту автоёлку! Да ладно, что ты? Лёшка, а почему ты сразу не сказал? Ну, папа ж предложил играть в молчанку. Мы и играли. Так, разворачивайся и поедем за мамой. Ну куда мы поедем? Ты что, смеешься, что ли? Ты посмотри, сколько машин. Мы назад только разворачиваться до Рождества будем. Я надеюсь, у нее хотя бы ключи от квартиры есть. Ну... Мам, вот эти? Ё-моё! Мама, там одна! Под подъездом, на морозе, без ключей! Это лучший Новый год в мире. Эх, я ее наберу сейчас. Алло, мам. Ой, ты ж, ё-моё! Лёшка, а почему у тебя бабушкин телефон?
Ну, папа ей сказал, отдайте лучше Лёшке, а то можете потерять. Саша! Блин, капец! Что же делать? Если с ней что-то случится, я тебя убью, понял? Капец! То есть ты в один день хочешь и вдовой, и сиротой одновременно стать? Очень смешно, очень! Ну что, к тебе или ко мне? Женщина, я таксист. Очень приятно, я бухгалтер. Но, боюсь, ко мне нельзя. Муж не поймет. Я тоже женат. Тогда один выход. Прямо в машине. Женщина, отстаньте от меня. А зачем ты тогда меня сюда привез, маньяк? Вы сами попросили меня, чтобы я отвез вас на автоелку. Дурашка. Я просила тебя отвезти на авто в елке. Ну, в лесок. Так что давай там пробей по своему навигатору ближайший лес, и мы с тобой. Женщина, я не хочу с вами ничем заниматься. А у тебя нет выбора? А у меня нет денег. Зато есть неукротимое желание рассчитаться с тобой нематериально. Ты что, печку включил? Ты что, меня опять развез... Как бы мне после такого расчета не пришлось всю ходовую менять. Знаешь, мужик, а? Ты бы это, на СТО заехал. У тебя, походу, движок троит. О, слыхал? Это не движок, это пассажирка храпит. Нифига себе. Твоя мама прям. Твоей мамы сестры нет? Да, тетя Наташ, а вы не знаете... Ой, у вас мама? Ой, как хорошо! Да, мамулька, как хорошо, что ты зашла к тете Наташе. Да, Сашка тебе привет передает, волнуется. Да, передам, что он козел. Передам, что он сволочь. Не, ма, это я передавать не буду, у нас Лёшка в машине. Мам, передавай. При мне как-то папа шкаф себе на ногу поставил. И вот с того момента я знаю все плохие слова. Саша! Что, Вика, ну... Мама, так кто козел и сволочь? Да кто-кто? Вот этот дядя, козел и сволочь, приехал на такой дорогенной машине, чтоб все завидовали. Вообще-то у вас окна открытые. Блин! Блин, Яна, я не понимаю. Вот что тебе дома не сиделось, а? Да потому что мы постоянно сидим дома. Мне надоело уже в этих четырех стенах сидеть. А тут прям пространство. Эгегей! Кто-то на улице, понимаешь? Свежий воздух. Господи, что ж так воняет-то? Это пробкой воняет. Вон этот мужик, я не знаю, на чем у него... Машина работает. На кисяке, что ли? Вообще-то у нас окно открыто, я все слышу. Я в курсе. Ни на каком, ни на кисяке. У меня вообще гибрид. Таврия гибрид? Да. Она у меня на газу работает, а когда газ заканчивается, то можно вон ногой отталкиваться. Гибрид! Блин, с кем мы встречаем Новый год? С кем? С гибридами! Блин, если они еще и с машинами начнут спариваться, я этого не выдержу. Я тебя предупреждаю. О, Викусь, маме б твоей тут понравилось. Почему это? Потому что концерт можно посмотреть и поругаться. Два в одном. Мы рады приветствовать всех наших зрителей, которые решили встретить Новый год вместе с нами. Круто. И откроет нашу праздничную автоёлку «Фаер-шоу» с номером «Магия огня». Встречайте! Так, стопэ. Так, все, машинку глушим. Сашка, мы сейчас замерзнем. У меня газовая установка немножко потравливает. Лучше мы замерзнем, чем сгорим тут нафиг. Все равно что-то воняет. Мужик, у тебя тоже на газу. Глуши нафиг, а то мы сейчас станем частью этого фаер-шоу. Это не газ, это у нее перегар такой.
Ё-моё. Женщина! Женщина! Женщина, наденьте маску. Вот ты извращенец. Да вот эту маску. От вас перегар просто. Вы понимаете, если вы сейчас не оденете, взлетим здесь все на воздух. Давайте. Поехали в лес. Женщина. Она ее прожгла. Так, все, я больше не могу. Где мой вискарь? Ой, вот. Боже, Буся, пей на здоровье. Класс, это отличный повод, чтобы я наконец-то села за руль. Значит, я буду крутить руль влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо и во все остальные стороны. Ладно, я потерплю. Слышь, ты, Кусь, так может мы тоже шампанского откроем? И ты что, с перегара поедешь? Так а что тут? Сейчас вообще беспредел. Можно выпить, маску одеть, кто тебя занюхает? Хоть по встречке едь. Ну ладно, давай. Давай. Я как раз вот взял. Хорошая. Слышь, Викусь, ты ж машину с люком хотела? Во. Сейчас на этой сцене звезда сегодняшнего праздника. Господи, только бы не Винник, только бы не Винник, иначе мне капец. Поет Павло Зебров. Ой, жалко, что мама не поехала. Это ее любимый певец. Угу. Слышь, а кто там по программе после Зеброва? Песочная анимация. Ага, ну логично. Зебров там на сцене песочком потрусит, а потом песочная анимация. А потом будут метатели этих ножей. Вот, жалко, что мама твоя не пошла. Пошла бы туда ассистентом. Буся, да что тебе не нравится? Мне все не нравится. Вот это вот все, это прям логичное завершение 2020 года. Стоим в пробке с гибридами и слушаем Зеброва. Класс! Супер. Так, ладно, наберешь, как это все закончится, я пойду в туалет. Мужики, допустите меня! Я же не знал, что в туалет без маски нельзя! Я на минуточку, не на секундочку! Ну, писюлечка, один разочек маленький! Яна, а есть у нас маски там без маски нельзя? Ну, конечно же, есть. Ага. Ты кем будешь? Ладно, потерплю. Да чё ты? А сейчас перед вами выступит победительница международных конкурсов по пол-дэнсу Марго, дикая пантера. Лёша! Ну так это нормальный концерт. Она что, прямо на шесте будет танцевать, да? Давай. Но из-за погодных условий артистка примерзла к шесту и не сможет показать свой номер. Поэтому сейчас перед вами выступят акробаты с хулахупами. Ну какого хулахупа, Яна? Ну, я тебе станцую такой же танец дома. Ага. Единственный номер в программе и тот не показали. Напоминаем, совсем скоро у нас будет конкурс караоке. Караоке? Где микрофон? Женщина, это не микрофон! Ой, прошу прощения. Вы мне коробку передач вырвали. Скажи спасибо, могла что-то другое вырвать. 44-й трек, пожалуйста. А теперь давайте все дружно поприветствуем своими фарами и клаксонами Деда Мороза и Снегурочку! Сашка, а что ты не сигналишь и не моргаешь? Да просто, Викусь, у нас аккумулятор старенький. Боюсь, если мы начнем сигналить, то мы точно не заведемся.
Ого! А что нас не предупредили, что конец света уже настал? Дед Мороз и Снегурочка подойдут к каждой машине, и вы сможете сделать совместное фото. Если эти мутанты ко мне подойдут, я за себя не ручаюсь. Слышь, а? Викусь, а? А интересно, кто из них кто? Ну, Дед Мороз в красной шапке. А? Что непонятного? Лёшка, на, дёрни шампанского. Ты чё, дурак? Да я просто хочу, чтобы он забыл этот год, нафиг. Денег нет, извините. Машину недавно мыли. Мне кажется, я протрезвела. Правда? Спасибо тебе, Дедушка Мороз! Единственное желание сбылось! Спасибо! Ну, как вы поняли, все это юмор. А если серьезно, то, несмотря на уходящий год, который принес нам столько разного плохого, мы с улыбкой встречаем новый. И пусть Новый год принесет вам много удовольствия, особенно женщинам. А еще хочется пожелать нам всем в следующем году, чтобы, выходя из дома, мы все улыбались, а не судорожно искали, где эта маска. И чтобы мы просто могли пойти погулять в парк, чтобы не искать собаку у соседей. А еще очень хочется, чтобы все рестораны работали на вынос. Но только чтобы выносили оттуда нас, пьяненьких, а не еду и напитки. Ну и, конечно же, чтобы мы с вами встречались снова вживую, вот так вот, на концертах нашего дизель-шоу. С Новым годом! С Новым годом! Так, это фигня. Выкидываем. Тоже выкидываем. Нафиг. И это нафиг выкидываем. Так, до свидания. Что это такое? Вообще нафиг. Так, это тоже нафиг. О, нет, это же мой бутерброд вчерашний. Блин. Так, это тоже до свидания. До свидания. Это что такое вообще? Так. Саша, что ты делаешь? Выкидываю все, что ты в прошлом году понакупала, и этим не пользовалась. Саш, ты что, с ума сошел? Это все очень-очень надо. Очень-очень надо? Вот это вот что такое? Саша, это массажер для губ, смотри. А что ты им раньше не пользовалась? Блин, прикольная штука, надо будет твоей маме такую подарить. Саша. Яна? А ты не говорила, что у нас в постели проблемы. Это что? Саш, ты что, с ума сошел? Ты специально такой массажер для лица. Вот так вот, смотри. Ты убери от меня эту штуку вообще. Я думаю, что вот это и вот это в комплекте шло. Хорошо. Мы все выбрасываем. Отлично. Отлично. Так. А что ты так быстро согласилась все это повыбрасывать? Просто понимаешь, Сашенька, я заказала... Новые подарочки! Яна, как так можно? Сейчас в стране кризис, денег ни у кого нет, а ты тратишь деньги опять на какую-то фигню! Сашенька, ну я заказала подарочки всего лишь на $100. На $100? Да. Господи, неужели ты прочитал мое письмо? Я бы начала экономить! Класс! Да? Супер! Так, и... Блин, это, наверное, пришли эти опять коммунальщики. Сейчас я им пойду вот этим вот лицо на массажир. Саша! Ой, здрасте! Ставьте, пожалуйста, сюда. Спасибо большое. До свидания. Это
Подожди, я что-то не понял. Это мы раньше на диете сидели, а теперь у нас два холодильника будет? Саша, это пришла моя посылочка. Откуда она пришла? Ну, из Китая. Не открывай. Ой, вторую Саша. Посылку из Китая я уже не переживу. Зато я тебе купила спиннинг. Спиннинг? Да. Точно спиннинг? Не спиннер, как в прошлый раз? Потому что все мужики на рыбалке нормально так закидывают спиннинги, только я один спиннер кручу, сижу. Саша, точно спиннинг? Только тут много коробочек, его нужно найти. Ну, давай поищем. Так. Чего тут вообще есть? Так. Это чего такое? Это нам для утяжеления веса положили, что ли? Саша, это такая специальная, короче, подушечка. Я и тебе, и себе заказала. Классно? Нифига себе, подушечка, блин. Ты чего? Я тебе еще одеяло из шифера куплю, чтобы ты им укрылась и больше никакой фигни не заказывала. С кирпич! Блин, видимо, что-то перепутали. Вот! Вот, правильно и прислали. Держи! Ты чего? О, прикольно, мягенький. Да? Тогда я эту подушечку себе забираю. Ага. Хорошо. Так, что тут у нас еще? Часы? Нафига? Это не просто часы, это противоударные часы. Откуда ты знаешь, что они противоударные? Потому что я в рекламе видела, как по ним бьют кирпичом. Наверное, вот этим кирпичом били. Ну, нет у нас часов. Ладно. Так. И это что у нас такое? Ой, короче, заказала себе супер модную футболку. Она стоила раньше $100, а теперь я купила ее за 2. Ты чего, такая же теперь, как я будешь? Блин, наверное, что-то переп... это я, короче, тебе! Не, мне такая не нужна, у меня свое есть, натурель, так сказать. Нет, наверное, что-то перепутали, надо будет вернуть. Янка, а ты мне не говорила, что ты собираешься грудь увеличить? Вообще-то я заказывала бюстик от Виктории Секрет. Это больше бюстик от Виктории Павловны? Туда не только твои секреты, ты сама сюда залезть можешь. Не, ну оно должно было быть сексуальным. Янчик, вот такая штука может только парашютистов возбуждать. Тоже да. Что-то перепутали, надо вернуть. О, кроссовки. Вроде мой размер. Да, классные кроссовки. Это не просто кроссовки, а электрокроссовки. С подогревом? Нет. Видимо, бракованные чуть-чуть. Бракованные. Мы вернем все. Вернем, обязательно вернем. Так. Зачем нам крышка от унитаза? Ой, короче, это умная крышка от унитаза. В общем, она сама опускается, и еще у нее есть такая функция подогрева. Лучше бы она мне помогала кроссворды разгадывать. И это что такое у нас? Боже, мы них прислали! Боже, какой кайф, Саша! Это же такой тренд! Это же специальные трусики для айфона. Трусики для айфона? Да. Это мы точно вернем, потому что потом начнется. Мне надо будет шубу для айфона маленькую купить и айфон для айфона купить. Так. Что это? О, это крем. Это, короче, очень-очень нужный крем. Яна, у тебя вся ванна этими кремами заставлена. Слушай, ну такого у меня нет. Это специальный крем для увеличения ягодиц. Ты ж просил? Слушай, а им мозги помазать можно? Зачем? Ну, чтоб ты наконец-то поняла, что все, что приходит с Китая, это полный разводняк. Ну что, ну можно же попробовать, блин. Так. О, наушники. Да, это, короче, сверхкрутые наушники. Там такой ультразвук идет вообще, закачаешься. Они опять что-то перепутали. Блин, ну что такое? Ну я же так хотела эти наушники. Хотя они мне очень сильно нравятся. Давай я их себе заберу. Нет, я их себе оставлю. Буду одевать, когда мама твоя будет приезжать. Бомба. Это оставляем. Так, а это что? Зубные щетки? Да, это такие
очень нежные зубные щетки с такой крутой-крутой щетидой. За $2? Посмотрим. Янчик, я тебя хочу расстроить. У нашего унитаза зубов нет. Хотя, стоп. Ты что, купила унитаз с зубами? Нет. Янка, я буду бояться на него ходить. Нет. Хотя, с другой стороны, заменитель-то у меня есть. Саша! Так, вот смотри, что тут у нас. Ой, а это я заказала твоей племяннице. Ну, вроде нормальная кукла. Голова есть, две руки, две ноги. Извращенец, что ты делаешь? Там, как бы, ну, такую куклу лучше детям не дарить. Да и взрослым нежелательно. А что там такое? Мы это 100% вернем. Еще одна кукла. Что такое? Девочка. Да какая девочка? Обычная кукла, не то, не сё, ну, как бы, нормальная. На, это подарим. Я люблю тебя. Поцелуй меня, мама. Ой, здравствуй, Дотя. А я в рекламе видела, что если в нее ставить еще батарейки, то она начнет ходить. Да не хватало, чтобы это чудовище еще ходило по комнате, пугало меня. Нафиг. Саша, нет. Ну я не понимаю, ну что такое сложное время? Сейчас ничего нигде нельзя купить, весь этот карантин. Я так стараюсь, выбрала все новогодние подарки. А ты вот это вот начинаешь, блин. Я елку купила. Елку купила? Какую елку? Новогоднюю елку. За $10. $10? Да. Офигенная елка. Давай под эту елку положим к этим мини-стрингам еще мини-шубку и мини-машинку тебе. Блин, Яна, вот это все фигня полная. Я тебе честно говорю, это надо обратно этим китайцам возвращать. Мне на это даже $100 жалко. Так мы не сможем вернуть, потому что продавец понимает только по-китайски. Здрасте, приехали. Значит, когда они заказы принимают, они по-нашему понимают. А чтобы им вернуть что-то, то они только по-китайски понимают. Так, я сейчас этому доставщику твоему, отсыльщику этому, сейчас письмо напишу. Где его адрес? Вон там написано на коробке. А, о. Что гражданин Пу Хун Ло? Короче, будет просто Хун Ло. Так, уважаемый... Хун Ло, верните нам деньги, а мы вам товар отправить. Ой, так быстро ответили. У них, наверное, стоит шаблон, чтобы отсылать таким, как ты. Так, что там? Для того, чтобы вернуть товар, вышлите $100. Вот Хун Ло такой, а? Блин. Саша, вот ты вечно всем недоволен. Вот ты даже не посмотрел на спиннинг. Точно. Вот зря ты сейчас про спиннинг сказала. Потому что если там не тот спиннинг, о котором я мечтал, я тебя прибью. Понятно? Янчик. Блин. Это же именно тот спиннинг, о котором я мечтал. Блин, правда? Да. Мечтал, когда мне было 5 лет. Знаешь что, Яночка, а мы сейчас порыбачим. А ну-ка, ловись, рыбка большая и маленькая. Ой, клюнула. А ну давай подтягиваем и залазим в коробочку. Зачем, Саша? Давай. А чего мы залазим? Залазь в садочек. А чего мне залазить? Давай. Саша, Да, залазь. Уважаемый Хун Ло. Отправляю вам товар бесплатно. Саша! До свидания, Яночка! Ах, фух, еле успела. О, Снегурка! Нифига себе, круто! Слышь, Снегурочка, давайте стишок расскажу, а ты мне подарок дашь. Я вообще-то аниматор, а не проститутка. А какая разница? А, ну да, проститутки дороже. Слышь,
Так давай, может, а, это? Что это? Я что, просто так вот эту вот всю ночь перед этими пьяными мужиками играла, чтобы потом какой-то пьяный мужик мне вот это вот секс за деньги предлагал? А кто сказал про деньги? Денег нет. Ты подожди, подожди. Сейчас я включу свою харизму. Перегар свой выключи. Да какая ж харизма без перегара? Всем здрасте. О, какой щекастый малыш. Симпатичный. Ой, с Новым годом! Егорыч! Ой, Серега! Доберешься, телеграфируй! Братан, отлично отпраздновали! Во! Ты это, еще раз извини за то, что я тебя в глаз зарядил пробкой. Да ничего, я ж тебе за это в морду-то дал потом. Да, мы ж кумовья, правильно? Кумовья! Все, следующий год у нас! Заметано, если он наступит, конечно. Давай, давай! Давай, давай! Для 2020-го больше вот эта Снегурка подходит. Я вот сейчас не поняла. Я говорю, спасибо вам большое за то, что постели нам постелили. Свежие, вот даже влажные немного. Это я еще за прошлыми засанцами не убрала. Значит так, предупреждаю всех, у меня была хреновая новогодняя ночь. Что? Дед Мороз не принес подарок? Принес, но потом протрезвел и с поезда сиганул. Прям на ходу. Не, я за подарок, конечно, успела схватить, но он все равно соскользнул. Выходит, что где-то там в темноте сейчас бродит грустный Дед Мороз без посоха. Мужчина, а что это тут у вас такое твердое? Чекушка. Будете? Буду. Так, рты закрыли и всем спать. Девятое купе, все правильно. Так, пятое, шестое, седьмое. Извините, мужчина, но это мое место. Мужчина, я вижу, что вы не спите, у вас глаза открыты. Ну ладно, давай я закрою глаза, а ты рот. Извините, конечно. Я тебя извиняю, свободен. Ну, это моя полка. А что ты разорался? Что ты разорался? Люди тут после Нового года отдыхают. Ты пришел тут, орешь, вообще охренел. Я все понимаю, с Новым годом, с новым счастьем. С Новым годом, с новым счастьем. Но вы на моем месте. На твоем месте? Я бы свалил отсюда. И побыстрее, давай, иди. В таком случае, мужчина, вы, конечно, меня снова извините, но мне придется на вас жаловаться. Подожди. Вот. Так бы и сразу. Давай, жалуйся. Хорошо. Проводница! Проводница! Ты чего орешь? Людям переспать мешаешь, а? У меня там еще один Дед Мороз наклюнулся. Если и он соскользнет, его место займешь ты, понял? Не, ну вы извините, но по билету это мое место. По билету это, а приключения найдешь на другое, понял? Странный у нее какой-то фетиш на Дедов Морозов. Ага. Алло, сел, говорю. Я говорю, сел, здесь связь плохая, я говорю, сел, говорю! Мужик, ты у меня сейчас ляжешь!
куда я лягу? Твои проблемы! Вы мое место заняли. Пошел вон отсюда. Алло, перезвоню. Здесь связь прерывается. Связь прерывается, говорю. Связь прерывается здесь. Прерывается связь. Прерывается. У тебя сейчас жизнь прервется, скотина. Все, перезвоню. Мужчина, ну уходите. Ну, имейте совесть. Совесть? Это ты имей совесть. Пришел тут после Нового года. Ходит всем, мешает. Трезвый. Фу, позор. Вы, конечно, извините меня, но я не обязан праздновать все праздники подряд. Я вот Рождество люблю. Слышь, я тебя сейчас так ударю, ты до Пасхи не воскреснешь. Слышь, мужик, ты, наверное, иди отсюда, а то он сейчас с тобой сделает то, что я планирую с ней. Ага, прям сейчас разбежалась, вот. Я не позволю с собой так обращаться. А я сейчас к вам зайду и позволю. Я спать, женщина. Ты что творишь? Вали отсюда. Ну, может, валетом? Чтоб ты мне своими бубнами об спину терся. Давай вали отсюда, валет. Ладно, ладно. Ладно, мужчина, я все-таки заставлю ее разобраться. Я заставлю. Женщина! Проводница! Проводница! Слышь, ты стукач! Ты если стучишь, стучи ритмично. Ты нам темп сбиваешь. Я понял. Я никогда в жизни не видел такого хамства. В жизни не видел. Выйдешь со мной в Фастове, получишь мастер-класс. Это все из-за вас. Все это из-за вас. Вставайте немедленно. Из-за меня? Да. Ну да, конечно. Это я пришел в 2 часа ночи и мешаю людям спать. Я прошу вас. Вставайте. Вставайте, говорю. Вставайте прямо сейчас. Ну, хорошо. Вот. Ну, вот встану я. И куда я лягу? Ну, есть много вариантов. Тамбур, коридор, туалет, в конце концов. Ну, смотри, сколько вариантов. Иди, выбирай любой. Хорошо. Хорошо, нет, но это никуда не годится. Никуда. Проводница. Не проводница, а госпожа проводница. Чё надо? Мужчина не встает. Пока у тебя тут не встает, у меня там все упадет. Не нервируй тетю, а то тетя оторвет тебе мотю. Ну, вы мне хотя бы постель дайте, а я уже, ну, размещусь где-нибудь. Если бы ты не мешал, постель бы уже давно освободилась и была бы тепленькой для тебя. Спасибо, мне такая не нужна. Тогда спи стоя. Сладкий мой, твоя вафелька уже снимает обертку. Слышь, мужик, давай сделаем так. Смотри, я, значит, сейчас лягу к ней, а ты на мое место, а? Спасибо вам. Да, вот прям вот разбежалась. Пусть вот они сами там внизу, ну, и ладно, разбираются. Ладно, хорошо. Давай ты ко мне, а он на твое место ляжет. Нет. Блин, ну извини, мужик. Сделал все, что мог. Спасибо вам большое, мужчина. Ай-яй-яй, женщина, ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Мужчина, мужчина, ну встаньте, ради бога, ну пожалуйста. Какого бога? Тут нет бога, это плацкарт. Это территория дьявола. Если ты будешь тут орать, он опять придет. Точнее, она. Ну, хорошо. В таком случае я вынужден жаловаться начальнику поезда. Начальник! Начальник!
Это... Я начальник поезда. Что случилось? Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Здесь такая ситуация. Ага. Понимаете, вот он спит на моем месте. Так. И что? А я купил билет, вот. Так. И что? А он спит, а должен спать я. Так. И что? Ну как это что? Он ну, я не могу его прогнать, он большой. Так. И что? Ну это что? Я что, вынужден в студию ехать, что ли? А он лёжа, что ли, да? Так получается? Так. А что не так? Как то, что не так? Вы начальник поезда, вы и разберитесь. О, послушайте, на самом деле все очень просто. Я занял ее место. Она заняла его место. Он занял его место, а он занял ваше место. Так. Так. И что? И все. Вы извините, пожалуйста, а почему все они на своих местах? А вы что, забыли, в какой стране вы живете? У нас всегда все не на своих местах. Вот человек. Ой, ну хоть это место освободилось, вещи положу. А-а-а! Вы чего? Где проводница? Там. Прикольно. Проводница этим только что. С Дедами Морозами занимается. Капец. И, видать, кто-то в детстве подарок не додарил. Серега? Да. Так, а что ты тут делаешь? Знаешь, я сам не понимаю, что здесь происходит. Последнее, что помню, тебя проводил, потом проводница и туман. Это хорошо, что ты ничего не помнишь. Ложись, утро вечера батунее. Где он? Где он, где этот мужик? Пробегал? Дед Мороз! Ты давай это, вставай! Вставай, я говорю, вставай! Слабенькие какие-то Деды Морозы-то пошли, а? Всего лишь на 8-й вафельке сломался. Устал, видите ли, а? Женщина, ну... Теперь он занял мое место. А теперь ты займешь его место. Ну, делать нечего. 3 минуты ужаса, а потом хоть высплюсь. Наивный. 3 минуты. Киев закрыли. Локдаун. Поезда не принимают. Так что будем ездить по кругу до 25 января. Высыпайся, хомячок, высыпайся! Желаем, чтобы следующий год был как чашка чая. Чтобы он согревал вас в холодные вечера. Чтобы он бодрил вас, как имбирь. И чтобы наполнял здоровьем, как долька лимона в нем. А еще, чтобы был веселым, как мой чай. Сашенька. Что? А у тебя там чай? Конечно, чай. Просто веселый. С коньяком. Саша! Так а что тут такого? Это ж как совещание на удаленке. Ну, типа, по зуму ты общаешься. Никто же не знает, что у тебя в чашке, правильно? Тут главное закуска не протупить. Так а ну дай сюда свой чай. Чаек. Пусть в новом году у вас будет меньше совещаний по удаленке. Ага. И пусть
мы встречаемся все чаще и чаще в жизни и на концертах. И чтобы концертов было много-много-много-много. С Новым годом, друзья! А у тебя еще чая не осталось? Нет, Вика, больше не осталось. Ура!